пока игра абсолютно на равных ведется. Налево, слева 19 номер, передача в центр. Там был Андреянов. Борется уже в чужой штрафной. СППП удар поворотом. Классно выходит вратарь, встречая грудью этот мяч. Здесь нужно бить в ближний угол. Нет, это прострел, а там никого уже не было на точке пенальти, куда следовал мяч. И в контратаку пытается разбежаться Утгу. Хорошая возможность. 3 в 3, а теперь 1 в 1. По сути, только один защитник перед Козыревым. Нет, опустился второй. Козырев! Ничего себе! Вот это ударище! 1-0. Утгу выходит вперед. Вот это контратака. Ой, какая ошибка на подкате. Козырев еще раз левой закладывает. Что здесь, пенальти? Удар и мяч в сетке. Как классная игра в центре поля. А здесь нарушение правил, это желтое. Гор Габриэлян пробегает мимо мяча. Вот такой интересный розыгрыш. Габриэлян, подача в центр, штрафной удар. Подача с углового на дальнюю штангу. И еще один удар головой. И вновь тот самый. Мало пространства у Иванова. И еще один пенальти. Иванов явно ждал этого нарушения правил, но оно случилось. Иванов может забить уже второй пенальти. И, собственно, делает это. 3-0. Утгу впереди. Потеря мяча в центре поля. Иванов открывается справа, Козырев слева. Но какие адресаты, просто шикарные. А это не Иванов, кстати, но в любом случае классно забежал. Однако перспективе, которая изначально была шикарной у этой контратаки. Дальний удар. Это Илющенко в штангу попадает. И есть подбор мяча. Захаров. Захаров выковыряет этот мяч у защитника. Нет. Передача направо. Захаров. Захаров. Прострел. Сейв вратаря. Добивание. И мяч оказывается в сетке. 3-1. Габриэлян пробил поворотом. Габриэлян, мяч в игре, удар головой прямо в руки. Играет на коротке с партнером, это, по-моему, был Новиков. Яков Калабин налево. Минигараев набирает скорость, но сколько же у него сил. Он в стартовом составе, между прочим, вышел. Минигараев проткнул мяч на Козырева. Козырев посылает мяч в сетку ворот. Захаров оставляет мяч Габриэляну. Габриэлян в девятень положил, нет? Козырев, Иванов. И на этом матч подходит к своему завершению. 4-2. Классный футбольный спектакль мы увидели. Если быть точным, то скорее 2-4. СПБПУ проигрывает свой первый домашний матч.